Приветствую всех, кто смотрит, это Кот, и я спешу сообщить, что Arena DT, он же Amara Attrad, выпустил очередной ролик с поздравлением канала с 4000 подписчиков. Рекомендую всем посмотреть, кто хочет посмеяться. Если что-нибудь жрете, то прожуйте, потому что я свой монитор вытирал, когда посмотрел ролик. Ссылочка в описании. Также пару слов про моды. Я выпускал отдельный подкаст про то, что не надо мне про моды вопросы задавать, типа надоели и все такое. Снимаю этот мораторий. Можете задавать любые вопросы, потому что недавно я наткнулся на такую охренительную вещь. Ну как охренительную, я просто охренел, когда это увидел. Есть некий канал на Ютубе, может даже не один, насколько я понимаю, судя по контексту, который без зазрения совести ставит моды там чуть ли не собственного сочинения. Это уже как бы читы, наверное, нет? На Атилу от Алвара, которые добавляют денег, которые убирают снижение этих пищи при похолодании там сезонном, ну, главах. И при этом он еще умудряется ругаться на некоторых ютуберов, которые как-то подозрительно выигрывают всех на легенде. О ком это он, интересно? Обсуждает это дело в комментариях, там типа кто-то ему написал: вот у меня тут отряд конных разведчиков снес мою когорту, тут больше не играю на легенде. Он такой: да-да-да, вот, а у нас вот правильная легенда, а вот у некоторых ютуберов неправильная легенда, блин. Ну, я даже не знаю, как это дело комментировать. Если, блин, идиот, то это, наверное, ну, с рождения такое. Чё я могу еще сказать? Пиарить гондона не буду, но вот людям, которые меня спрашивают про моды, теперь как бы буду относиться спокойнее, потому что, ну, может быть, они раньше просто на этого мудака наткнулись, чем на меня. Отдельно для новых подписчиков скажу, никаких модов не использую. Это не значит, что я вообще в принципе против модов, просто сейчас еще много чего есть снимать без модов. Много всяких челленджей, много всяких как бы задумок, много идей всяких, как сделать по хардкорнее прохождение и так, чтобы было интересно смотреть. Поэтому зайдите еще, кстати, в группу ВКонтакте, и не потому, что просто вот мне надо, чтобы вы в нее зашли. Там действительно многое того, чего на канале не появляется. Там разные скриншоты, в том числе с комментариев, там разные картинки. Там, кстати, уже много фото этих галерей настоящих, которые уже за год практически накопилось. Там очень много контента, которого нет на YouTube-канале. Это не просто так вот дублирование моего YouTube-канала. Все. И зайдите к Римчику обязательно. Amara Attrad, Arena DT. Смешной ролик. 4000 подписчиков. Всем пока, лайк, подписка, все дела.